Добрый день, Дмитрий Свердлов, основатель и один из руководителей интернет-магазина благочестие.ру. Наш интернет-магазин работает на платформе advanshop.net, и будущее нашего интернет-магазина мы связываем с адваншопом. Изначально магазин работал на самописном движке, хорошем, легком, удобном, но с течением времени, когда проект начал развиваться, стало понятно, что нам необходима профессиональная платформа, заточенная под потребности e-commerce. Это решение было трудное, мы тестировали разные платформы, не обошлось без рекомендаций. В результате был создан пробный магазин, маленький, нишевой, с очень ограниченным ассортиментом, специализирован для того, чтобы понять функциональность платформы. И после года работы, успешного года работы и понимания всех возможностей профессиональной платформы, было принято решение наш большой проект переводить на AdvanShop. Одно из существеннейших достоинств AdvanShop – это его недорогая цена при вот этом вот полноценном функционале. То, о чем я сейчас буду говорить, это очень важно в работе. У AdvanShop очень человеколюбивая служба поддержки. Иногда удивляюсь, насколько девочки и ребята готовы тратить свое время и свои эмоции на то, чтобы вникнуть в проблемы, вопросы и просто пожелания клиента и искать решения и просто вникать в суть тех затруднений, иногда мнимых, с которыми сталкивается клиент. Интернет-бизнес – это высокотехнологичный процесс. Безусловно, надо понимать, как ты будешь доставлять клиентам свои заказы, как ты будешь принимать оплату, как ты сделаешь так, чтобы твой интернет-магазин, товары стали видимыми для твоих покупателей. Но это все такие процессы, которые могут и должны решаться и совершенствоваться годами. Но база, основа, твой интернет-магазин готовый, с красивой и понятной, упорядоченной витриной, с ясным каталогом, это то стандартное решение, которое тебе предлагает AdvanShop, которым можно воспользоваться буквально за считанные минуты.